Музыка представляет Rolex. В Зальцбурге, казалось, сама природа присоединилась к торжествам по поводу столетия всемирно известного музыкального фестиваля. Маэстро Густаво Дудамель в сопровождении Венского филармонического оркестра предложил слушателям поистине сказочное путешествие в афише музыка из балета Стравинского «Жар птица». Это произведение, я считаю, составляет очень-очень важную часть моей музыкальной натуры. Там с самого начала эдакая россыпь синкоп, будто вы ищете что-то. Но там немало и очень мягких, плавных отрывков. Вот вы должны все время балансировать между этими составляющими, меняя ритм, темп и следуя мелодическим фразам композитора. «Жар птица» была написана по заказу Сергея Дягилева для русских балетов. Премьера балета в 1910 году в Париже принесла Стравинскому ошеломляющий успех. «Жар птица» — балет-сказка. Сам Стравинский писал, что соединил в работе несколько фольклорных линий. В этом гений Стравинского. Даже без танца, с одной только музыкой. Мы можем воссоздать наш собственный мир, нашу собственную «Жар птицу». Зальцбургский музыкальный фестиваль невозможен без Венского филармонического оркестра. С 20-х годов прошлого века оркестр проводит летние месяцы в Австрии, формируя ДНК фестиваля. Зальцбургский фестиваль – важная составляющая нашего художественного существования. Мы работали с величайшими дирижерами, например, с Артуро Тосканини, с Пьером Булезом. Это невероятно обогащающий музыкальный опыт. Я встаю утром и думаю, я же вечером играю четвертую симфонию Брукнера. Или у меня же сегодня Моцарт, так поступают все. Мне еще очень нравится сидеть у реки и смотреть на Зальцбург. Я все это вместе воспринимаю. Подумайте только, сколько времени мы тут проводим. Я лично провел здесь 30 летних сезонов. Вместе с оркестром я прошел немалый путь, от юношества до зрелости. Я впервые выступил с ними в мои 26 лет. Музыканты так открыты в процессе работы, у них такое звучание. Для меня большая честь быть их частью. Музыка вам представил Rolex.